Несмотря на скептическое отношение некоторых мужчин к женщинам на дороге, лучшими водителями трамвая стали именно представительницы прекрасного пола. Зульфиря Резванова и Филия Хилькова – гордость всего Самарского трамвайно-троллейбусного управления. Они вошли в пятерку лучших по итогам всероссийского конкурса водительского мастерства. Победа, рассказывают, поблажек не дает. Даже наоборот. Все равно же внимание совсем другое, пристальное. То есть если там, допустим, кому-то что-то, проститься, то... Но все равно я на виду. То есть если я там где-то что-то нарушу, это уже будет сразу заметно. Высокий профессионализм и любовь к своей работе помогли самарским девушкам обойти сильнейших мастеров своего дела со всей России. Увидела трамвай и влюбилась в него. Потому что я не местная, приехала, то увидела и влюбилась, и все. И у меня с того момента все, трамвайная жизнь началась. За звание лучшего водителя трамвая боролись 40 участников со всей страны. Кроме вождения, водители соревновались в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая и культуре обслуживания. Наши девчонки повели себя молодцы, прям бойцовский характер показали. Значит, сильные стороны у них, конечно, в езде были и в теории были, но, как оказалось, на самом деле были люди, которые были их посильнее немножко. Они ушли свои ошибки. И думаю, на следующем конкурсе через год мы выступим более достойно. По примеру победителей и все водители самарских трамваев стали внимательнее относиться к своей работе. Ведь победа в конкурсе дает не только денежные призы, но и почет и уважение среди коллег и среди пассажиров. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.